Я сплю, и не помню я свой позывной, и спит автомат у меня под рукой. Она пишет о войне и мире, жестоких фронтовых буднях, о героизме и нравственной силе людей, сражающихся за свою землю. В доме офицеров Самарского гарнизона прошла творческая встреча с поэтессой и военным корреспондентом Анной Долгоревой. Журналистка представила публике свою новую книгу «За рекой смородиной». Это недавно вышедший мой сборник военной лирики. В основном там стихи за последние, за 2022 год, но есть и более ранние стихи за 14, за 15 и более последующие годы. После начала проведения специальной военной операции Анна Долгорева постоянно находится в зоне боевых действий, выступает перед бойцами и командирами, ведет репортажи и участвует в сборе гуманитарной помощи. Такие люди, вот они особенно ценны, потому что они привозят фронта вот это вот ощущение, что вот, ну, как бы, ну, тыл и фронт, они едины. А уж тем более, когда это какой-то литератор, писатель или еще какой-то человек, который занимается вот такой вот, еще и совмещает с волонтерской деятельностью. Поэзия Анны живыми цитатами расходится и в тылу, и на фронте. Это всегда какой-то боевой задор, это какая-то душевность, это какой-то вот, ну, перекличка с домом, с родиной, с близкими ему людьми. Встреча с писательницей прошла в рамках второго сезона литературно-исторического фестиваля «Путь к победе». Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.